Эти продвинутые юзеры с легкостью дадут фору молодежи. В Иванове на базе профессионального училища-интерната прошел областной чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста. На сегодняшний день на базе всех наших учреждений социального обслуживания, а соответственно во всех муниципальных образованиях, у нас открыты курсы компьютерной грамотности. И нужно отметить, что ежегодно у нас около 1000 граждан старшего поколения обучаются. Пользуются большой популярностью. Эти курсы у нас совершенно бесплатны для граждан старшего поколения. Вот. И второй год мы на региональном уровне проводим чемпионат по компьютерному многоборью. Участникам из 12 муниципальных образований области предстоит пройти ряд испытаний. Первая работа в текстовом редакторе. Нужно перепечатать абзац и отформатировать его по указанным в задании параметрам. Оценивается не только правильность, но и скорость выполнения задач. Кроме этого, пенсионерам предстоит продемонстрировать навыки работы с поисковыми системами, найти в Яндексе прогноз погоды и программу телепередач. Работа с банковскими приложениями, работа на интернет-портале госуслуги, на что мы делаем большой акцент, потому что для нас очень важно, чтобы представители старшего поколения понимали, что муниципальные и государственные услуги можно получать, даже не выходя из дома, через интернет-порталы. Просторы всемирной паутины Владимир Дмитриевич Ишуй открыл для себя совсем недавно, но уже успел оценить, как компьютер облегчает жизнь. Ну вот, например, на прошлой неделе я просто по электронке записался в регистратуру и сходил к участковому терапевту. Пожалуйста, без всяких толканий я пришел в 16:15, меня уже ждут, меня выдали. Чисто такое. Я уже не говорю про одноклассников, через которые мы поддерживаем связь со всеми своими друзьями, сокурсниками, с которыми учился вместе. И в одной группе, в одном потоке мы теперь стали совсем близкими. Так сказать, информируем друг друга, кто как живет, кто чем болеет. Вот. То есть без компьютера современного человека, конечно, нельзя. Раз есть такая возможность... Компьютерное многоборье – шанс проверить свои силы и, возможно, научиться еще чему-то новому. Самые активные пользователи, которые одержат победу в региональном чемпионате, будут представлять Ивановскую область на всероссийском конкурсе в Казани. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.